Конечно же, России невыгодно, чтобы Европа была единым целым. Это само собой разумеющийся факт, потому что как пальцы одной руки, да, если палец один, то, соответственно, как бы, да, понятно, он один. Если у вас их пять, то это уже кулак. Поэтому с точки зрения стратегического врага, безусловно, выгоднее, чтобы чем меньше государства, тем быстрее его можно стереть с лица земли. Ну, будем называть вещи своими именами. Поэтому, а что будет с Европой? Слушайте, ну они нас... Я 12 лет прожил в Европе, у меня абсолютно другой менталитет. Я могу сказать, что они настолько будут и есть, наверное, трусливы в своем сознании, что никогда в жизни один трус не отпустит другого труса, потому что вместе они сила, какая бы она ни была.